Пенсионерка Нина Красейникова про вакцинацию узнала из новостного сюжета. История земляков, которые уже сделали прививку, вдохновила женщину, и она записалась на процедуру. Сегодня женщина получила второй компонент вакцины. Рассказывает, что после первой не почувствовала ничего особенного. Зато теперь может быть спокойна за свое здоровье. Чтобы не бояться, что от меня заразятся, и вот и людей не заражу. В одной из сестринских больниц за 4 месяца привились около 3000 жителей. В первую очередь это пожилые люди, те, чья работа связана с большим кругом лиц – медики, учителя, социальные работники. На сегодняшний день в поликлинике работает 2 прививочных кабинета. Перед вакцинацией осматривает врач-терапевт, выдает заключение на вакцинацию. Всего в области защитились от коронавируса с помощью прививки уже более 178 тысяч жителей. Из них оба компонента препарата получили свыше 123 тысяч человек. Переносимость вакцины, отмечают медики, хорошая. Серьезных осложнений ни у кого не зафиксировано. Записаться на вакцинацию можно, обратившись в свою районную поликлинику, через портал госуслуг или по номеру горячей линии 122. Процедура вакцинации бесплатная и добровольная. Мария Левина, «События».